12 молодых семей в Ленске стали обладателями жилищных сертификатов по программе «Молодая семья». Они стояли в очереди в среднем 3-4 года и дождались счастливого момента. Для многих сертификат на покупку жилья стал огромным подспорьем в приобретении собственной квартиры. Ведь некоторые участники программы, большей частью многодетные мамы, годами ютятся в съемном жилье. Подробности далее. Этого момента они ждали долгие годы, но все равно получилось как-то неожиданно. Сегодня утром участникам жилищной программы «Молодая семья» позвонили из районной администрации и пригласили прийти. И сегодня же они стали обладателями заветных сертификатов, которые они потратят на покупку собственного жилья. Хотелось бы сегодня вас всех поздравить от души, от имени администрации, от себя лично. Значит, это в жизни каждой молодой семьи, это очень важное событие, да? Когда люди получают сертификат для приобретения жилья. Всего в очереди по программе «Молодая семья» стоят 189 семей. Сегодня счастливыми обладателями сертификатов стали 12 из них. В их числе мама троих детей Елена Вуликжанина. Говорит, до последнего не верила, что удастся приобрести собственное жилье. До последнего как-то не веришь, ну как-то не берешь в голову, что... Ну, вот когда уже перед фактом будет вручать, тогда уже поверишь. Долгожданный сертификат получила и мама четверых детей Мария Кайгородова. Об этой женщине мы неоднократно рассказывали в нашей программе. Одна из дочерей-двойняшек у Марии является инвалидом. В прошлом году для девочки собирали деньги на операцию всем миром. Я очень счастлива, эмоции прямо вообще переполняют. Мы так долго ждали этого, как бы, когда подойдет наша очередь, когда наконец-то получим эти сертификаты. Ну, а сейчас уже все, сейчас уже знаем, что уже будет свое жилье, и мы уже никуда не съедем. Жилищная программа «Молодая семья» действует на территории Ленского района с 2006 года. Каждый год сертификаты на покупку жилья получают несколько десятков семей. Финансирование идет из трех источников – федерального, регионального и районного. В этом году власти Ленского района потратили на улучшение жилищных условий молодых семей 16 миллионов рублей.